Фестиваль «Арткрафт» проходит в Аграрном университете второй раз, но этот год стал особенным. Проект вышел на всероссийский уровень. Майские выходные объединили в нашем вузе творческих и талантливых ребят, которые приехали на мастер-классы от тренеров. «Арткрафт» является победителем конкурса молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. Фестиваль зародился благодаря грантовой поддержке. Грант выиграл студент нашего вуза Николай Умнов и нынче уже магистрант Тимирязевской академии. Мы надеемся, что ребята полностью погрузятся в нашу атмосферу, получат новые знания благодаря тренерам, которые подготовили для них образовательные блоки. И, конечно же, мы сделаем крутую ярмарку проектов на закрытии, по результатам которой будет выбран грант. При фестивале. На протяжении 3 дней участники будут обучаться по 7 направлениям: графический дизайн, видеомонтаж, рисунок и живопись, каллиграфити, искусство фотографии, векторная иллюстрация, прикладное искусство. Последний день ребят ждет ярмарка проектов, по итогам которой в каждой номинации будет выбран победитель, а главной наградой станет гран-при фестиваля. Ну, что-то нового, чего не было в прошлом году. Рост какой-то же должен быть. Я уже брал в номинации победу, поэтому гран-при было бы прикольно. Фестиваль собрал на одной площадке несколько десятков крутых и креативных ребят, которые смогли прокачать себя в дизайне и стать чуточку профессиональнее. В следующем году ждем вас снова. Влада Тырсикова, Амин Джилов, пресс-служба СТГАУ.